Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как поменять жало на керамическом паяльнике. Нам понадобится, естественно, жало. И сам керамический паяльник. У меня вот такой вот, с регулятором мощности. Для начала нам нужно открутить вот этот вот. Так, вот мы открутили, теперь снимаем всю вот эту вот часть. Вот мы ее сняли. Откладываем. Нужно снять вот это жало. Внутри пустое. Также с эту причищать тряпочкой вот эту вот керамику. Внутри, как вы видите, оно все высыпается. Это все нужно прочищать. Теперь берем новое жало. Вот. И также ставим его сверху, затем вот этот патрончик, и все это дело фиксируем этим болтом. Ну и все, вот у нас все держится крепко, ничего нигде не читается. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч.